Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Гордуадо Аладдин, Авадак Пайра Россия. И сегодняшней нашей темой будет взаимодействие инструментов вроде. Итак, первым из музыкальных инструментов вступает беримбау, после атабак и после подключается пандейру. И сегодня мы посмотрим, как же взаимодействуют атабак и пандейру. Пандейру играет следующий ритм. Атабак играет следующий ритм. Самой яркой, пожалуй, точкой взаимодействия этих двух рисунков является удар в центр, в середине рисунка. Именно вот этот. Вот этот. Он же встречается при игре на пандейро. Именно эти два удара происходят одновременно, и в этом месте рисунки совпадают.